Сегодня наши ребятишки проходили занятия в конном комплексе по овладению новой профессией в виде конного спорта. Для детей очень важно понимать вот подросткового возраста, особенно для этих детишек, которые уже оказались в трудных жизненных ситуациях, понимать, какие профессии на сегодняшний день существуют. На территории Фельдман экопарка все профессии связаны с животными. И сегодня они, знакомясь с работой вот конного комплекса, овладевали навыками работы с лошадью, как за ней ухаживать, как ее подготавливать к работе, особенности ее восприятия человека, особенности подготовки и физического плана, и психологического плана. Каждому ребенку предлагается пройти весь этап работы с лошадью, то есть это и элементы трудотерапии, которые профессионально всегда присутствуют и у конюха, и у самого тренера с лошадью, поэтому они ознакомились сначала с азами данного этапа работы, а уже после, как продолжение работы деятельности, они знакомились с верховой ездой, особенностями верховой езды. Мы детей знакомим с миром животных для того, чтобы они научились проявлять терпение к окружающим. И вот применение таких животных, как кролики, кони и другие, помогают деткам научиться проявлять терпение по отношению к братьям нашим младшим. А также это формирует определенное командообразование, потому что невозможно всем сразу накинуться на одно животное, да, и получить вот то, что я хочу, да, погладить, взять на руки, покормить. Им приходится понимать, что есть понятие очередности, есть понятие безопасности самого животного. И вот уже к пятому дню именно вот этих занятий дети организованно научились друг друга и пропускать, и уважать состояние животного, и получать при этом эмоции, и понимать, что это за животное, как с ним обращаться. То есть такой определенный контроль поведения помогает деткам в будущем проецировать данное поведение на друг друга. Любое животное, точно так же, как и человек, должен пройти этапы социализации, работы с человеком. И для того, чтобы это понять, нужно очень хорошо понимать поведение животного. Поэтому каждый центр, каждая локация – это и конного комплекса сотрудники, это и сотрудники доброго дома, это и сотрудники питомника-кинологи, помогают детям изучить поведение, показать, как животному помочь социализироваться. Но самыми общими универсальными азами социализации являются это терпение, внимание, доброта, любовь, теплота, которые могут подарить ребятишки животным. Ребята здесь получают всевозможные навыки трудовой деятельности, которые помогут им в будущем определиться и со своей профессией, и просто даже приобрести навыки социального взаимодействия. Есть такая локация прекрасная, как французский огород, где сотрудники конного комплекса покажут, что можно вообще вырастить из земли, какой труд здесь вкладывается, какое терпение, любовь. То есть с абсолютно разных локаций дети получают универсальную модель поведения, это вот терпение, прикладывание сил, прикладывание труда, прикладывание волевого такого своего потенциала и получение результатов. Не бывает простого пути к счастью. Поэтому наша задача показать, что только через труд вы можете достигнуть тех результатов и высот, о которых мечтаете.